Ты из министерства акцентировал внимание на то, что сердечно-сосудистые заболевания наиболее актуальны на данный момент в нашем обществе, правильно? И вы акцентируете внимание на доказательной медицине. Есть врачи за ответственную медицину, сайт pcrm.org и миллионы исследований доктора Эссельштейна, доказывающие, что растительная диета наиболее оптимальная. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, это так. На самом деле, понятно, нет никаких сомнений в актуальности. Супер большая проблема сердечно-сосудистых, сосудисто-мозговых заболеваний, другие неинфекционные заболевания. Растительная диета действительно уменьшает риск таких заболеваний и увеличивает продолжительность жизни и является очень хорошей альтернативой привычному питанию для мужчин. Если говорить об отдельных категориях населения, допустим, женщинах детородного возраста, беременных, кормящих мамах, детей и подростков, то все-таки стандартная диета или как минимум латка, ово-вегетарианство являются более обоснованным выбором.